17-летняя Алина Загитова предстала в новом образе. Олимпийская чемпионка сделала стильную укладку и нежный макияж. Алина покорила поклонников во всем мире не только своими достижениями в спорте, но и яркой привлекательной внешностью. Многие считают россиянку одной из самых красивых фигуристок. С ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе японская косметическая компания Shiseido. Спортсменка дала поклонникам еще один повод полюбоваться ее красотой. Алина опубликовала селфи в новом образе. Воспитанница Этери Тутберидзе сделала стильную объемную укладку и неброский романтичный макияж. Звезда позировала в черной толстовке, слегка касаясь пряди волос. Фанаты засыпали фигуристку комплиментами. «Твоя красота спасет мир. Очаровательная. Алина. Красивая очень. Соскучились по тебе, какая красивая. Алина, что ты творишь? Бомба!» — высказались фолловеры. В восторге были японские поклонники Алины. Они заявили, что россиянка превзошла по красоте японских девушек. Девушки-фигуристки привлекают своим изяществом. Японки уступают в красоте лица и стиле и не могут сравниться с Загитовой. В Загитовой есть какие-то японские черты, хотя она из России. «Мне нравятся девушки, которые замечательно выглядят и на льду, и в обычной одежде. У нее сдержанный и сильный характер», — прокомментировали японцы селфи-спортсменки. Алина украсила обложку майского номера журнала Cosmopolitan. Как проходили съемки, смотрите в нашей статье. Недавно фигуристка показала свою забавную детскую фотографию.